Простите за голос, да, я уже на последнем дыхании. Утром метро толпы эволюции понесутся в вагонах несносно. Я верю в собаку на площади революции и в силу ее волшебного носа. Я буду терзаем, похмельем, разлукой и строки наивные снова плести. Увижу собаку, протяну к морде руку, увижу, что нос, как и прежде, блестит. И пусть кто-то будет хмуриться строго, пусть кто-то кому-то устроит разнос, а все беззаветно продолжат трогать на площади революции бронзовый нос. Осенний дождь у какой-то кафешки, под лавкой дрожал промокший щенок. Мимо люди сдавались пешки, песик видел лишь сотни ног. Я встретился с этим щеночком взглядом, он приподнял в ожидании уши. И я понял, что буду последним гадом, если щенку не куплю покушать. Вокруг такой бесновался ливень, чтобы подивился, наверное, иной. Меня не прельстил в магазине «Ливер», купил для щенка и шашлык свиной. Я вернулся и сунул шашлык под лавку, надеюсь услышать радостный лай. Но песик лишь недовольно протявкал. Ты офигел, Арсений, иди разогревай. Я больше не матерюсь со сцены. Как глупый подросток, мечтающий заболеть смертельной болезнью неизлечимой, как опаздывающий с контрамаркой на балет, как за час до взрыва небо над Хиросимой, как титаник, захлебывающийся сосом, как армия, сжигающая за собой мосты, так и я по квартире мечусь с пылесосом. Знаешь, ты сегодня приедешь. Спасибо, меня зовут Арс Бегас, завтра всех приглашаю на большой концерт свой, моей группы «Моральное блюдечко» это будет в клубе «Дача на Покровке». А еще у меня есть сборнички, которые можно приобрести за смешную цену. Спасибо большое. Давай сюда. Сборники.